Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною соціолог, політичний оглядач Ігор Ейдман. Ігор Вільянович, рада вас привітати. Добрий день, рад взаємно. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Це передбачається, що ваші вподобайки, коментарі, поширення, ну і так само щиро будемо вдячні вам за підписку на нашу YouTube-платформу. І так само не забудьте підтримати своєю підпискою телеграм-канал Ігоря Ейдмана. Посилання знайдете в описі під цим відео. Ігор Вільянович, у нас время записи почти 19.00 по київському времени, суббота, 4 мая. И вот сейчас информационные паблики пестрят сообщениями о том, что российское МВД решило объявить в розыск президента Украины Зеленского, потом экс-президента Порошенко. Последнее сообщение о том, что в розыск объявлен командующий сухопутными войсками Павлюк. Многие паблики задаются, куда дальше. Есть реакция уже украинского МИД. Говорят они о том, что это такие отчаянные сейчас попытки российской государственной машины и пропаганды какой-то новостейный повод придумать. Но вот каков смысл и зачем этот повод придумывать? И не связано ли это с чувствительной для Путина ордером международным на арест от Международного уголовного суда? И то, что в принципе, вот как подчеркивает украинский МИД, этот ордер вполне реален и подлежит исполнению в 120 странах мира. Да, вы меня позабавили, конечно. Я, честно говоря, пропустил эту новость. Я сейчас работаю, не сижу в новостных ресурсах. Но что можно сказать? Ну, как к этому относиться? Это просто клоунада чистой воды, да? То есть они себя показывают, как такие цирковые клоны, рыжие на ковре. То есть это не имеет никакого отношения к реальности. Давайте следующее они, наверное, Байдена объявят в розыск, да? Значит, и потом выдадут еще арест какой-нибудь там Урюпинский народный суд, арестует, выдаст ордер на арест или там арестует Байдена. Ну, понимаете, это просто клоуны, бессильные клоуны, больше ничего. То есть которые демонстрируют, во-первых, свою полную несерьезность, несостоятельность. Они дискредитируют свои решения, потому что если люди, если организации, институты принимают заведомо неисполнимые решения, они тем самым девальвируют все другие возможные свои решения. То есть они сами себя унижают, сами себя девальвируют и демонстрируют абсолютно бессильными клоунами. Вот, так что никакого рационального зерна в этом нет абсолютно. Это псих Путин, просто по-другому его нельзя назвать, психически ненормальный человек, и его халуи, которые его обслуживают, а которые хотят, да не главная задача, чтобы псих был доволен, да, чтобы что-то такое сделать, чтобы он был доволен. То есть они там сидят, например, вот Путин и с какими-нибудь своими клевретами, там, с Патрушевым, с каким-нибудь. Так. Ну что вам такое учинить? Владимир Владимирович, а давайте мы Зеленского объявим в розыск. О, давайте, круто, да, объявим в розыск, как просто преступника, да. Хорошо, да. Ну вот в таком духе, понимаете? Ну давай так же они могут, не знаю, аннексировать Луну, да. Они уже, кстати, аннексировали давно Херсон и Запорожье, которых они не увидят как своих ушей больше никогда. Но также они могли аннексировать Луну, я не знаю, что угодно там. Или переименовать там Солнечную систему в Солнечную систему на имени Путина. Понимаете, вы объявить о том, что они выиграли в Олимпиаде все медали золотые. Ну примерно так. И ходят такие, ну как бы слухи, я думаю, что скорее анекдот, чем реальность. Что севернокорейское телевидение в свое время объявило, что севернокорейская команда по футболу выиграла чемпионат мира. Но так как они изолированы от другой информации, то якобы это вроде бы население это приняло. Но я думаю, что скорее все-таки не анекдот, чем реальность. Но, скажем так, даже севернокорейские образцы для путинских этих клоунов, они абсолютно не предел. Они, как мы видим, штурмуют и эти высоты. Все это происходит накануне сакральных дат для Путина, 7 мая, 9 мая. И тут опять, знаете, становится актуальным и в Кремле лично для Путина, и в целом, да, вопрос легитимности Путина. О том, чтобы не признавать его легитимность, есть резолюция ПАСЕ. Скажите, пожалуйста, а что вот вы говорите о том, что эти креативщики, да, халуи Путина будут придумывать, чтобы все это перекрыть? Ведь, наверное, мало даже лидеров постсоветских стран решат поспешить к Путину, чтобы, собственно говоря, вот стать, ну, подтвердить, что ли, его эту легитимность.
Ну, знаете, нет, здесь они уж сильно не заморачиваются. Вы посмотрите, все прошлые годы к Путину практически никто не приезжал, да? Он свой вот этот праздник, главный праздник, он как одинокая старая дева, он отмечал в гордом одиночестве. Ну, то есть, почему же? В прошлом году, смотрите, Лукашенко был, Рахмон был. Кстати, Рахмон собирается, несмотря на ущемление таджиков, и в этом году ехать почему-то. Смотрите, ну это какая ситуация? Вот и, по-моему, у Диккенса есть такой роман, да, там вот тоже такая, значит, старая дева одинокая, она вечно готовится к свадьбе, а свадьба никак не наступает. Ну, естественно, что гости на этой свадьбе – это ее дворецкие и другие слуги. Вот у Путина, у этой старой девы Путина, у него тоже гости его слуги. Ну, Лукашенко его слуга. Понимаете, очевидный совершенно. Другие страны, которые, скажем так, имеет серьезное влияние на постсоветском пространстве, они, некоторые из них, они, по крайней мере, тоже вынуждены, видимо, выполнять вот функцию этих слуг и веселить старую вот эту деву. Вот. Серьезные какие-то страны, естественно, не присылают своих представителей в Россию уже давно. То есть вы вспомните, еще недавно Путин был членом большой восьмерки, так называемой, да, и пил на брудершафт с американским президентом, канцлером Германии, президентом Франции и так далее, и так далее. Сейчас у него его развлекает Лукашенко, ну еще парочку диктаторов из Центральной Азии. И все, по большому счету. Ну, может, к нему могут кто еще приехать? Ну, может приехать, например, Ортега, Даниэль Ортега. Это такой никарагуанский диктатор, которого я помню еще по советским временам. Он традиционно обслуживает кремлевских властителей и за такой мелкий прайс. Раньше ему башляли советские, а теперь российские власти. Ну что, я не знаю, там, может, из Кубы кто-то приедет, из Северной Кореи, но это все несерьезно абсолютно. То есть серьезные страны, как вы правильно заметили, европейские страны, страны Запада в целом, они не признают Путина легитимным президентом. Здесь Германия, где я живу, официально МИД заявил, что он не будет больше называть Путина президентом. Теперь Путина называют просто Путин. Путин. Это такой, как собачья кличка такая, Путин. Африканцы поедут к Путину, как считаете? Ну, это зависит от того, сколько им заплатят. Если им хорошо заплатят, они поедут, почему бы и нет, да? И у них никаких морали у диктаторов африканских стран, не всех, кстати, но у многих, да, у них никаких сдерживающих моральных факторов нет, и они ориентируются просто элементарно на финансовую и силовую поддержку. Вот там же эти вагнеровцы-головорезы поддерживают всяких марионеточных путинских президентов в Центральноафриканской республике, в Нигерии и так далее. Вот они могут, конечно, поехать. Глава Минобороны Литвы говорит о том, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, НАТО в то же время недооценил способности России к этому. Скажите, пожалуйста, что помогло России в этой адаптации? Помогло в России в этой адаптации, что Путин, к сожалению, при том, что он все сферы, скажем так, разваливал жизни страны, но в экономике он все-таки держал людей рыночно мыслящих и на посту главы Центробанка, и на посту министра экономики и так далее, и так далее. И в целом рыночная экономика сохранилась в России. А рыночная экономика, она умеет адаптироваться к разной ситуации. Они потеряли западные рынки, но стали, скажем так, торговать собой, да, на восточных и южных рынках. Но я не сказал бы, что это компенсировало полностью те потери, которые они понесли в результате санкций. Смотрите, это не так просто, потому что, смотрите, «Газпром» впервые в прошлом году закрылся с огромным многомиллиардным убытком. Он всегда, они же гордились, там российское телевидение всегда показывало клипы такие: «Газпром – национальное достояние России». Так теперь это же надо так было умудриться, что действительно газ – это был один из главных ресурсов российских. Теперь газ в России вот де-факто добывается с убытком. Просто. То есть он не только не приносит денег, да, «Газпрому», но он и коммерческая деятельность приносит убытки. И, кстати, долго так продолжаться не может, убытки огромные. И «Газпром», если дальше так пойдет, он просто разорится. А крах крупнейшей российской корпорации неизбежно должен вызвать эффект домино. И за ним посыпятся те организации, которые связаны с «Газпромом», многочисленные всякие подрядчики, поставщики и так далее, и так далее. И банки, страховые компании, куча всего связано с «Газпромом». И это может нанести серьезный удар по российской экономике. Пока, как я уже сказал, они держатся, в том числе благодаря вот
грамотной политики Центробанка, например. Но это, я считаю, что, они, что это не то, что они вот вырулили, а просто, скажем, усилием вот этих рыночников, либералов, да, они, которые продались Путину, да, они просто пытаются свой конец как-то отсрочить. Кстати, вот поскольку вы в Германии, хочу, так сказать, из первых уст узнать о масштабном пожаре, который был 3 мая на заводе, который в том числе занимается производством IRIS-T. Что это было, вот о чем уже говорят правоохранительные органы, потому что начало этой недели началось с пожара дачи главы Rheinmetall. Я скажу так, знаете, есть такая шутка, да, в которой есть большая доля правды, что грешно сомневаться, если уверен, да, полностью. Вот я абсолютно полностью уверен в том, что это дело русско-российских диверсантов, которые гуляют по Европе, мы все знаем, в Болгарии, в Чехии они устраивали взрывы и пожары на складах оружия, и в компаниях, которые поставляли оружие Украине. Естественно, так как сейчас Германия становится, скажем так, по поставкам вооружений номер один страной, номер один в Европе, они начинают бить по Германии. Делают ли они это прямо или используя какую-то свою агентуру, например, в левацких кругах, которые помешаны теперь на том, что вот нельзя поставлять оружие и так далее, это оружие плохо, зло. У нас сейчас же выборы обклеены в Берлине, весь Берлин обклеен рекламой Ди-Линки, да, вот о том, что как бы оружие зло, и нам надо типа такая реклама таких розовых пони, да, которые не понимают, что происходит. Вот, может, они использовали вот таких вот тупорылых розовых пони, но скорее это чисто вот просто какой-нибудь очередной Баширов и Петров, или кто у них там, очередная какая-то агентура ГРУ, потому что все очень похоже. Единственное, надо сказать, что тут пугаться нечего. Насколько, как пишет немецкая пресса, на этом заводе не производилось оружие. Это компания, которой он принадлежит, она, это огромный холдинг, у нее множество разных подразделений, множество разных предприятий. Вот конкретно на этом заводе оружие вроде не проводилось. То есть они, как всегда, попали пальцем в небо. Интересную тему вы затронули относительно выборов, да, выборов, в частности, в Европарламент, которые будут в начале июня. Насколько Россия не только в Германии, но и по всей Европе будет пытаться влиять на результаты этих выборов? Пытаться, она, конечно, будет влиять на результаты этих выборов, но ничего у нее, естественно, не получится. Потому что и в Европарламенте мы видим по голосованиям Европарламента тоже признание нелегитимности Путина и по другим. Там такое подавляющее большинство против российских властей, что и даже если они там по каких-то своих марионеток и проведут, они в любом случае там не, погоды делать не будут. Поэтому ничего, это нет шансов на у Путина, у Кремля как-то здесь радикально изменить ситуацию. Относительно все-таки вот этой недели следующей, какие у вас опасения, чего ждать, будут ли какие-то провокации? Ну, мы видим, да, что провокации идут. Вот в той же Германии вот эти поджоги совершенно, не, скажем так, очевидно просматривающиеся авторство, да, потому что понятно совершенно, что российских агентов уже ловили на это много раз. И что, конечно же, сейчас они в Германии будут проводить свои акции, безусловно. Я еще сильно боюсь за ситуацию во время крупных спортивных мероприятий. Во Франции будет Олимпиада, как известно, летом, а в Германии будет чемпионат мира по чемпионат Европы, извините, по футболу. И здесь тоже они могут или руками исламистов каких-то, или своими собственными руками российские власти какую-нибудь провокацию устроить. И, конечно же, они устраивают постоянные провокации, информационную войну против Украины. Это само собой. И это есть и в мире, в мировых СМИ. Это видно и в украинских, по украинским тоже по информационному полю. Постоянно какие-то провокационные капитулянские вбросы. Я думаю, что за этим стоит тоже российские спецслужбы, потому что больше некому. Относительно, смотрите, будет ведь формирование нового правительства. Вот как вы видите по, так сказать, политическому, да, ландшафту, что сейчас происходит в Кремле? Там уже начались какие-то противостояния. Чего ожидать от формирования нового правительства? Насколько ожесточенная борьба сейчас за эти министерские кресла? И кто может пасть в этой борьбе? Эта борьба, она ни на минуту не прекращалась, потому что понятно, что
в российской политике, это я уже много раз говорил, не только я, это огромная банка с пауками, которые друг друга грызут, и только верховный паук, он сохраняет как-то относительную стабильность этой грызни в банке, да, потому что если бы не он, то они бы друг друга бы разорвали бы окончательно и без поворота. Вот, не думаю, что будут в этот раз какие-то крупные изменения. Путин вообще не любит принимать какие-то радикальные кадровые решения. Он доверяет одним и тем же людям. И я никаких, понимаете, вот это Сталин любил такие кадровые революции. То есть ему надоедали его соратники, он их так периодически уничтожал, потом набирал новых, потом и этих уничтожал. Но Путин, вот он, скажем так, более консервативен. А вот, и поэтому я не думаю, что будут какие-то изменения. И надо следить за уже новым поколением, вторым поколением российской верхушки, за их перемещениями. Вот конкретно, например, за Дмитрием Патрушевым, за Ковальчуком-младшим. Вот так как они сейчас как бы один в администрации президент, другой в правительстве. Вот, может быть, тот из них пойдет вверх. Потому что понятно, что Путин не вечен, и естественно, что и старики, которые вокруг него, тот же там Патрушев и прочие, им всем уже за 70. Естественно, что они будут пытаться выдвигать новые поколения, и фактически своих детей, поколение своих детей. И вот за этим я бы внимательно проследил. Не признаки какого-то быстрого карьерного роста могут быть у одного из детей путинских. Лично путинских детей, кстати, тоже может быть. Но серьезно? Детей путинских... Ну да, серьезно. Мы же вообще ничего не знаем о большей части путинских детей. Они, правда, маленькие еще. Но если посмотрим по Лукашенко, он же явно выращивает своего наследничка. Да? Может быть, и у Путина появится какой-нибудь вдруг, откуда ни возьмись. А то и целый выводок наследничков тоже вполне вероятно. Дмитрий Патрушев, он может потеснить Мишустина? Я думаю, что пока нет. Я думаю, нет. Пока нет. Это, скажем так, как я уже сказал, Путин не делает резких движений. Насколько я понимаю, он, в принципе, доволен Мишустиным. И, по крайней мере, вербально. Он все время подчеркивает, что у них вроде бы все еще не так плохо. И поэтому Мишустин справляется пока, по крайней мере. Путин его трогать не будет, я думаю. А скажите, пожалуйста, каковы будут результаты вот этого кейса Иванова? И будет ли шататься кресло под Шойгу? Сместят ли его с должности? Кресло под ним шатается уже сейчас, но с должности, я думаю, его не сместят. Опять-таки по принципу Путина не трогать своих ближайших дружков, приближенных. Просто он другим не доверяет. Он же параноик, понимаете? Он к этим привык. А для параноика общение с незнакомым человеком или передача ему каких-то полномочий, а это серьезные полномочия министра обороны, от которых зависит, можно сказать, и жизнь самого Путина, это, ну, очень опасная вещь, понимаете? То есть он к этому привык уже. Шойгу к нему давно как домашнее уже животное такое у Путина, да? Он его выгуливает там в тайге Тувинской, Путин, Шойгу и так далее. То есть он к нему привык, он его не боится. А условно, кого он там поставит на место Шойгу? Ну, вот есть, кстати, Дюмин, который тоже халуй путинский, и к которому Путин тоже привык, потому что он был его охранником долгое время. То есть теоретически он ему, наверное, тоже доверяет. Но пока он не проявлял, скажем так, каких-то намерений очевидных, да, менять Шойгу на Дюмина. Хотя об этом говорят, слухи такие ходят. Ну, кстати, эти слухи подкрепляют недавний отчет Американского института изучения войны. Вот эту встречу Путина с Дюминым трактуют как, что Путин это сделал в пику Шойгу. Мол, недоволен он тем, как сейчас Шойгу работает. Скажите, пожалуйста, ну ведь Дюмина связывали с Пригожиным, который организовал вот этот недомятеж. Так, собственно говоря, какой у него карьерный рост тогда? Да, вы знаете, это, конечно, для Дюмина проблема большая. Его действительно связывали с Пригожиным. Пригожин его рекламировал усиленно, и об этом много было слухов. Но все-таки, как я уже сказал, мы же исходим из чего? Что Путин не берет новых людей. Дюмин для него не новый человек, он ему доверяет, он был его охранником, он его вырастил, что называется. Это был его любимый охранник. Поэтому у него есть какие-то гипотетические шансы. Мы не знаем, не можем залезть в больную голову Путина, например, и оценить, насколько обиделся ли он
своего охранника за то, что у него были какие-то шашни с Пригожным, или он его милости уже давно простил. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но учитывая, что сейчас Путин пытается, и российские войска пытаются как-то резко интенсифицировать наступление в Украине, в этот момент менять руководителя Министерства обороны, мне кажется, нелогично. Я после провала очередных усилий российских войск перейти в какую-то контратаку в наступление, тогда это станет более логично, то есть это к осени станет, скорее всего, более вероятно. Тут недавно Мишустин встретился с главой корпорации Ростех и обсуждали, значит, статистику, насколько выпуск военной техники увеличился по сравнению с 2022 годом. По итогу, вот что в СМИ, какая в российских СМИ информация, что танков в 3,5 раза, легкобронированной техники в 3 раза, снарядов и ствольной артиллерии в 6 раз, реактивных снарядов для РСЗО 8, самоходной артиллерии в 10, ну и так далее. Можно перечислять, кстати, каких-то независимых источников, да, которые бы подтвердили эти цифры, нет. Скажите, пожалуйста, это пропаганда или можно ли это сравнивать, я не знаю, с отчетами Коношенкова? Смотрите, тут это, конечно, это пиар Чемизова, это очевидно, да. Чемизов огромное значение придает пиару своему, недаром чемизовские люди просто сажают в тюрьмы тех, кто пытается его как дискредитировать, в том числе и редакторов многих телеграм-каналов. С одной стороны. С другой стороны, то, что они действительно нарастили производство простейшего советского оружия, как минимум, это факт. Это факт, это мы видим на фронте, это отмечают и западные аналитики, и украинские аналитики. Так что они, конечно, нарастили, но насколько, это никто не знает. Это первое. И второе, что Чемизов пытается вот количественным ростом прикрыть свой качественный провал, потому что все его вот эти гипер-пупер оружия, там танки «Армата» и так далее, которые он обещал, они все оказались полным блефом. И вот в результате он, не справившись здесь, разворовав просто элементарно деньги на эти все проекты гипер-пупер оружия, он пытается свой авторитет как-то подкрепить тем, что вот они стали больше железных болванок производить. Это дело, дурное дело, не хитрое, но, конечно, они стали больше этого производить. Но насколько и сколько там реальных цифр, а сколько там украдено, и сколько там взято денег, да, фактически это же очень сложно проверить, сколько там было произведено там каких-нибудь артиллерийских снарядов, которые уже давно расстреляны, да. Они всегда могут списать, что мы уже их использовали. Я думаю, что там воруют еще так. Но, как я уже сказал, тем не менее, какие-то и реальные тоже у них здесь рост какой-то реальный производства оружия. Это безусловный факт. Ну, очевидно, что Чемизов существенно обогатился в процентном соотношении, вот даже если считать с 22 года по 24. А скажите, пожалуйста, вот ввиду вот этого кейса Иванова, что-то подобное по Чемизову ждать? И если ждать, то когда? Что может стать причиной разбирательств того, сколько в карман он себе положил? Нет, Чемизов – это дружок Путина ближайший. Он же работал с ним в резидентуре в Дрездене, тут у нас в Германии недалеко. Вот. Соответственно, Путин своих ближайших дружков не трогает. У него ноль шансов на то, что Чемизова посадят. И Шойгу, кстати, тоже никогда не посадят. Шойгу теоретически могут отправить в отставку. А Чемизов доказал уже то, что и в отставку его не могут отправить. Я вот, знаете, думаю, почему Путин, например, вот не трогает Чемизова, да? То есть сейчас вот он пытается прикрыться, что вот у него там растет производство болванок, даже железных, стальных. А в 22-м году, в начале полномасштабной агрессии, был очевидный провал Ростеха. Очевидный провал Ростеха. Тем не менее, он его не трогает. Я думаю, что Путин просто лично в доле. Что просто реально лично в доле. Что такие люди, как Чемизов, да, там, не знаю, Ротенберги, Ковальчуки, они напрямую отстегивают Путину, Путину, его семье на различные офшорные счета, на различные там счета в криптовалютах и прочее, прочее. Путин же понимает, что он не вечный, да, ему уже 72 года. А он нарожал, как мы сегодня уже говорили, кучу детей от Кабаевой и, возможно, еще от других женщин. Да, и
им же надо где-то как-то обеспечить. Пока совершенно не просматривается, что кто-то из его детей может стать президентом. А верить в то, что там кто-то другой будет обеспечивать им сытую жизнь, это есть большие сомнения. Как мы помним, после смерти Сталина одного его сына Василия Сталина посадили просто в тюрьму, и он там просидел долгое время. А вторая дочка его, Светлана Аллилуева, она через какое-то время сбежала в Америку. А представьте себе, что если бы Сталин был такой, скажем так, Путин же буржуазно мыслящий такой человек, он же, по большому счету, крупный собственник уже давно и так далее. Если бы Сталин так же мыслил примерно как Путин, он бы, и, скажем так, ему бы волновало будущее его детей, он бы обеспечил их счетами там, швейцарских банков. И, кстати, интересно, и они бы жили припеваючи. Я думаю, Путин об этом думает, реально. Кстати, интересный момент, когда Светлана Аллилуева сбежала в Америку, первый ее муж, архитектор, и особенно его, ее свекровь, то есть мать этого первого мужа, они ее чуть не пытали, где сталинские капиталы, в каких банках швейцарских лежат. И они не могли поверить, что Сталин ничего этого не сделал. Я, кстати, его абсолютно не оправдываю. Лучше бы он воровал, чем убивал миллионами людей. И это было бы лучше. Но Путин умудряется делать и то, и другое. Он умудряется и воровать, и убивать людей, да, может, не миллионами, но десятками тысяч уж точно. Игорь Веленович, вы вспомнили о дрезденском прошлом Путина. А почему он там не остался? Где? В Дрездене. В ГДР? Нет, ну, да. Ну а как он мог там остаться? Смотрите, то есть ему надо, он что мог сделать? В Дрездене, во-первых, он остаться, наверное, не мог, потому что он, по-моему, уже в Россию эвакуировался еще до окончания процесса воссоединения Германии. Он мог, конечно, сбежать, например, в Западную Германию или в Западный Берлин и попросить там политического убежища, как делали многие российские КГБшники. Там Суворов какой-нибудь, известный писатель, потом ставший. Ну, много там. Значит, заместитель генерального секретаря ООН от России, от СССР еще, Шевченко тоже так делал. Ну, многие. Но я думаю, что тут одно из двух. Или ему не хватило духа, потому что он человек, конечно, был абсолютно беспринципный. И остался. Или все-таки он решил, узнав, что в России, поняв, что в России сейчас большой передел начинается, половить рыбку в мутной воде. А возможно, даже ему какие-нибудь его шефы из КГБ сказали, что ты нам еще нужен в России, мы тебе сделаем еще карьеру. Вот представим тебя к Собчаку, старому стукачу, будешь с ним вместе пилить бюджеты. Игорь Веленович, я понимаю, что, возможно, не совсем корректно сформулировать так вопрос, но в приоритете всегда для Путина была больше власть или деньги? Понимаете, в чем дело? Человек же меняется, во-первых, с возрастом. В какой-то момент, безусловно, для него в приоритете были деньги. И когда он был вице-мэром Петербурга, да, то есть заместителем Собчака, он там воровал деньги. Ну, по всем возможным направлениям. Участвовал во всех криминальных сделках. Об этом есть и фильм «Кто есть мистер Путин» и куча публикаций. И статьи моей хорошей знакомой Насти Кириленко об его питерском будущем, рекомендую. То есть там ну, понятно, сырье в обмен на продовольствие. Там сырье продали, продовольствие не поступило, все украл Путин. Значит, и об этом писала тогда пресса даже питерская. Там, контрабанда кокаина, в котором он принимал участие вместе с Черкесовым и с другими. И горный бизнес, который в Питере тоже под его крышей проходил и занималась, это якудза, японская мафия. Все это можно найти легко в интернете, об этом подробная информация. Но в какой-то момент его вот вытащила карьера, его неожиданно пошла вверх, случайно совершенно. Семья решила поставить на него ставку, и он стал президентом. И став президентом, где-то не сразу, а постепенно он начал упиваться властью, ему понравилась власть, и он стал держаться за власть. При этом он не прекращал воровать, как мы видим, ну, как минимум одного мы знаем, его очевидного совершенно номинала, это Ралдугин, который просто руководит номинальным собственником,
путинский капитал. В действительности таких номиналов очень много. Вот. Но власть ему тоже была интересна. А дальше в какой-то момент у него, как я уже сегодня говорил, начинала развиваться паранойя, и кроме как бы неких рациональных целей там, власти и денег, у него еще возникли какие-то параноидальные цели. Он решил войти в историю великим государем, восстановителем великой России, которого будут потом вместе через запятую в учебниках истории изучать вместе с там, Петром Первым, Екатериной Второй и прочее. И он вот начал совершенно безумную агрессивную политику аннексионистскую, в том числе и прежде всего против Украины. Игорь Евленович, благодарю вас за интересную беседу, за то, что нашли время и возможность присоединиться к этому стриму, поделиться своими размышлениями с нашими зрителями. Всегда вас рады видеть на канале «Сейчас». Взаимно. Всего доброго. Ну і традиційно наших глядачів закликаю не забудьте підписатися на телеграм-канал Ігоря Ейдмана, в описі знайдете під цим відео, і так само щиро будемо вдячні за підписку на нашу YouTube-платформу.